Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я сегодня для вас подготовила тренировку для красивых стройных ног. Первое упражнение, с которого мы начнем, это латеральные выпады. Выполняем широкий шаг в сторону и сгибаем шагающую ногу в коленном и тазобедренном суставе. На выдохе вырастаем наверх. Снова вдох вниз, сгибаем колено шагающей ноги, таз толкаем назад, выдох, выросли наверх. Снова вдох, опустились, выдох наверх. Носок, а точнее стопа той ноги, которая у нас не сгибается, смотрит вперед. Выдох, вырастаем наверх. Данное упражнение выполняем по 10-12 повторений для каждой ноги. И таких 3 подхода. Второе упражнение – это прыжки в широкие приседания. Выполняем прыжок и одновременно опускаемся вниз в приседание. Выдох, выросли наверх. Снова вдох вниз, выдох наверх. Вдох вниз, выдох наверх. Снова опустились в хорошее приседание. Выдох наверх. Данное упражнение выполняйте по 12-20 повторений в зависимости от вашего уровня подготовки и таких 3 подхода. Третье упражнение – это удары ногами вперед. Выполняйте данное упражнение по 1 минуте. То есть здесь мы уже работаем на время. И сразу же 3 подхода. Итак, исходная позиция положения стоя. Начинаем наносить удар вперед пяткой. Максимально поднимаем бедро до параллели с полом. Выдох, 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 выдох. Оп, оп, оп. Повторяю, что данное упражнение вы выполняете в течение 1 минуты. И заключительное упражнение – это отведение ноги в сторону из положения стоя. Можно подойти к опоре, можно удерживать себя за счет хорошего баланса. Итак, отводить будем правую ногу в сторону, соответственно, колено левой, то есть опорные ноги будут в мягком естественном сгибе. На выдохе отводим ногу в сторону, вдох, возвращаем. Выдох наверх, вдох вниз. Снова выдох, вдох. Выдох наверх, вдох вниз. Чувствуем нагрузку по отводящим мышцам бедра. И данное упражнение мы выполняем по 10-15 повторений для каждой ноги. И таких 3 подхода. Ну что, я желаю вам продуктивной, эффективной тренировки. Конечно же, красивых ног. Будьте здоровы. Пока-пока.